Президент Садыр Джапаров подписал закон о ратификации грантового соглашения, специальные операции, программа развития сектора, реформа школьного образования, грантового соглашения, специальные операции, проект развития сектора, реформа школьного образования и кредитного соглашения, обычные операции, льготный проект развития сектора, реформа школьного образования между Кыргызстаном и Азиатским банком развития, подписанных 21 июля. Прошлого года в Бишкеке. Закон принят Жугурку Кенешем 27 июня. Соглашения направлены на совершенствование методов преподавания всех предметов с особым акцентом на науку, технологии, инженерию и математику на уровне школьного и высшего образования. Соглашениями предусматривается выделение финансовых средств для оказания поддержки в реализации программы развития образования в Кыргызстане на период 2021-2040 годов в части развития цифровой среды, цифрового обучения и доступа к образовательным ресурсам, модернизации содержания образования, ориентированного на развитие знаний и компетенций каждого обучающегося, повышение качества подготовки педагогических кадров, развитие потенциала педагогических кадров и внедрение эффективной модели профессионального и карьерного роста педагогов, профилизации школы, в том числе математической, естественно-научной, технологической, образовательных областях. В рамках указанных соглашений стране будет предоставлена финансовая помощь в размере 40 миллионов долларов, на грантовой основе 20 миллионов долларов, на кредитной основе также 20 миллионов долларов.